Каспийске проходят профилактические работы по подготовке к осенне-зимнему периоду. В этом году пришлось остановить на некоторое время работу котельной, из-за чего некоторые территории города остались без горячей воды. Вы видели те работы, которые производятся по замену выводных трубопроводов с котельной диаметром 700, распределительную тепловую камеру. Вот это основные работы, очень сложные работы, потому что пришлось их выполнять, не нарушая асфальтового покрытия улицы Ленина. Вот это сложный процесс. Но мы справились с этим делом. На данный момент остались небольшие работы, которые сегодня, 11 августа, планируется завершить. Как только рабочие приведут все котлы в порядок, подача горячей воды будет возобновлена. Абонентам нашим, жителям Каспийска, мы делаем все, чтобы подать все услуги, которые зависят от нас. Вот. Но не производить вот этих профилактических работ нельзя, для того, чтобы мы нормально, ровно прошли отопительный период следующего года. Вот. Немножко терпения, все будет в порядке. Отметим, что на сегодняшний день город практически подготовлен к ОЗП.